Oh, where have you put it? Hang on. It's okay. Yeah. Babagyanı tümerandasya gülence nasıl oluyor çokşu unbici tam dina tazmayşi günü beynamahan ukam kuruti başlı okul mangayeti gülü yat pipa tamahım bandeyşi günü muhtarına ama on vişli mekaya kışla dostay şi vante bakti vidanta svamra mitina namaste sarasvati devi kovrani pachayi Кто-нибудь может мне сказать, о чем мы говорили вчера? Можно? Никто не может? Я спрашиваю, пока я ищу страницу. Мы говорили о том, как важно слушать о чистых преданных Господа. About pure devotees of the Lord. О чем? О чистых преданных. Yeah. О чистом преданном служении, да. Well, why is it so important? И почему это так важно? Even if you, I don't have it now. Даже если у нас нет чистого преданного служения сейчас, слушание о нем. Помогает избавиться от материальных привязанностей в сердце. А как это происходит? Вы знаете? Потому что все думают, мне нужно избавиться от материальных привязанностей. Все пытаются, но ничего не получается. Потому что они думают, что я это делаю. Но я не избавляюсь от материальных привязанностей. Как я это делаю? Что я для этого делаю вообще? If I just renounce my material attachments artificial, I'll just fall down. Если я просто откажусь от своих материальных привязанностей искусственно, я паду, вот и все. Right,
А Бхагаватам это как раз-таки объясняется Йенера, Видакша, Вимукта Манинас. Они совершают суровейшие аскезы, чтобы отказаться от этого мира. И считают себя освобожденными. Это называется Вимукта Манинас. Vimukta Maninas means liberation in the mind. Vimukta Maninas значит освобождение в уме, в воображении. They can be touched. Они как бы отрекаются. On my own strength. On my own strength. Своей собственной силой. Aruya Krishna Parampadam Tata Patanchita Naduta Yusmadam Graya. They fall down from their position of imagined superiority. Арухи, Кришхена, Парампадам, Татах, они падают с этого воображаемого возвышенного положения. You know why? Знаете почему? No. Потому что они не развивают привязанности к Кришне. Because they fail to take shelter of Krishna's lotus feet. Потому что они не принимают прибежище лотосных стоп Кришны. Они думают, это я делаю. No, I'm not doing anything. Нет, я ничего не делаю. I'm just a beggar of mercy. Я просто молю о милости. I'm just desiring, that's all. Я просто желаю, вот и все. Krishna will act from within the heart. Кришна действует из нашего сердца. You know that verse from Srimad Bhagavatam? Shrinvata svakata Krishna pomya shravana kirtan. Знаете этот стих из Шримад Бхагаватам? Шринванта свакатам Кришна. Вы наверняка его слышали. Шинвата свакта Кришна понешавана киртан хридантья стал ямунами видунати субитсатам. You know this verse? Вы знаете этот стих? When you hear about Krishna, what happens? Когда слушаете о Кришне, что происходит? Это очищает нас. Но как это происходит? Shri Krishna, super soul in the heart of all living beings. He cleanses desire for material enjoyment from within them. Shri Krishna, сверхдуша Параматма, в сердце каждого, очищает сердце преданного от стремления к материальным наслаждениям. Within the heart of that person who desires to hear his messages. Когда в том развивается потребность слушать его послания. Which are themselves virtuous when they are properly heard and chanted. Которые благодетельны сами по себе, если их правильно слушают и повторяют. Properly heard and chanted. Правильно слушают и повторяют. Krishna acts from within the heart. Кришна действует из самого нашего сердца. He's the one that takes away the attachments. Это Он забирает наши привязанности. We think, oh, I have so many attachments. How am I going to ever get purified? Мы думаем, я должен избавиться от этого. У меня так много привязанностей. I want this, I want that. Как же я когда-нибудь очищусь? Я хочу это, хочу то, хочу быть счастлив. I want to be happy in the material хочу world. Хочу быть счастлив в этом материальном мире. And we think, I want to become happy in the material world. And we think, I'm too much absorbed in the material world to hear about the spiritual world. И когда мы думаем, что хотим быть счастливы в материальном мире, мы решаем, я слишком погружен в материальный мир, чтобы слушать о духовном. So Krishna, who's in the heart, says, okay, you want to only hear about the material world? И Кришна, который находится в сердце, говорит, хорошо, хочешь слушать только о материальном мире? You can have material world. Тогда, пожалуйста, он твой. But if you want to hear about me, но если ты хочешь слушать обо мне, within the heart to take away your attachments, то я буду действовать из глубины твоего сердца и забирать твои привязанности. Because Krishna has nothing to do with the material world. Потому что Кришна никаким образом не связан с этим материальным миром. Yes, he creates it. Да, он создает he его. He maintains it. Он поддерживает его. And destroys it. И разрушает его. But he does it through his different energies. Но он делает это через разнообразие своих энергий. Krishna, all he does is enjoy. Все, что делает Кришна, это наслаждается. And who does he enjoy with? И с кем он наслаждается? Enjoys with his devotees who love him. Наслаждается с преданными, которые любят его. И как же он наслаждается с ними? He gives them the highest pleasure. Он дает им величайшее наслаждение. Мы говорили об этом вчера. Lord Chaitanya gave the gift of pure devotional service to Haridas Thakur. Everyone was ecstatic.
Когда Господь Чайтанья дал Харидасу Такуру дар чистого преданного служения, все преданные были в экстазе. Хари Бог, Хари Бог. Он дал ему величайшее блаженство. All the devotees, because the devotees' hearts are pure, the devotees are so happy to see another devotee get Krishna's mercy. И все преданные, поскольку их сердца чисты, были так счастливы видеть, как другой преданный получает милость Кришны. When we see someone get Krishna's mercy, we think, why him and not me? Когда мы видим, как кто-то получает милость Кришны, мы думаем, почему он, а не я? Don't they know how hard I worked for Krishna's mercy? Они что, не знают, как тяжко я тружусь ради милости Кришны? Why him and not me? Why her? Почему он, а почему не я? Krishna doesn't. It's not pleased by such an attitude. Кришна не радует такое отношение. He's ready to give his mercy to everyone. Он готов дать свою милость каждому. So when Haridas Thakur got this benediction from Lord Chaitanya, all the devotees were just so ecstatic. Когда Харидас Такур получил это благословение от Господа Чайтаньи, преданные были так счастливы. Why are they ecstatic? Почему они были так счастливы? They're ecstatic because this increases Krishna's pleasure. Они были в таком экстазе, потому что это усиливает наслаждение Кришны. Krishna's pleasure increases the more devotion there is to him. Наслаждение Кришны усиливается по мере того, как увеличивается преданность к Нему. The more devotion there is to him, the more Krishna becomes happy. И чем больше увеличивается преданность Ему, тем больше Кришна становится счастливым, потому что ему это дает больше и больше возможности служить своим преданным. А именно это он и любит. Кришна просто любит быть своими преданными. Своими коровами, своими друзьями, пастушками, с гопи, с другими животными. Completely free from envy and lust and greed. И все там полностью лишены вожделения и жадности. Everybody's happy because Krishna's pleased. И все счастливы, потому что Кришна доволен. That's the Vrindavan mood. Это настроение Вриндавана. Vrindavan mood is just Krishna's the center. Настроение Вриндавана – это Кришна в центре. And everyone's happiness is fully dependent upon Krishna's happiness. И счастье каждого полностью зависит от счастья Кришны. Если что-то не делает Кришну счастливым, их это не интересует. Like the story the devotees tell about how the gopis gave the dust from their feet to Krishna. Как та история, когда гопи дали пыль со своих стоп Кришне. Krishna had a headache. Кришне болела голова. He was told the only thing that would relieve his headache is the dust from the feet of his devotees. И ему сказали, единственное, что поможет ему избавиться от головной боли, это пыль со стоп его преданных. И когда Нарада Муни отправился на поиски этой пыли, преданные говорили, как я могу дать пыль со своих стоп Кришне? Я буду проклят, я пойду в ад за это. Я не могу дать пыль со своих стоп Кришне. And Narada said, Krishna has a headache and he's asking for the dust of his devotees. Ну, когда Нарада пришел к гопи и сказал, Кришна просит пыль со стоп своих преданных. Really? Сразу же. That's all they cared about. That's why Krishna wanted. Сразу же они дали ее. Единственное, о чем они волновались, это то, что он хочет ее. Going to hell or not? It doesn't make any difference. If I have to go to hell for Krishna, then I'll let me go to hell. If Krishna has a headache. Они не переживали о том, что они отправятся в ад. Хорошо, я пойду в ад, если это поможет Кришне. That's the mood of service of the devotees in the spiritual world. Это настроение служения чистых преданных Господа в духовном мире. So we take our choices. Do we want to hear about Krishna and his devotees in the spiritual world? Or we want to hear how to become happy in this world. Поэтому мы все делаем свой выбор. Хотим ли мы слушать о преданных Кришне в духовном мире или о том, как стать счастливым в этом мире? Yes, there are many discussions which are necessary to maintain body and soul together. И действительно есть очень много тем для обсуждения, которые необходимы для того, чтобы поддерживать душу в теле. But Krishna is most pleased when the devotees make the efforts to hear and chant about him and his relationship with his pure devotees.
Но Кришну больше всего радует, когда мы делаем усилия для того, чтобы слушать и повторять о Его отношениях с Его преданными в духовном мире. И Он очень доволен теми, кто отводит время на то, чтобы слушать о Его играх с Его преданными. И Он действует из глубины сердца преданных. Забирает из Его сердца привязанности. Krishna's going to take away my attachments. Иногда мы думаем, Кришна заберет мои привязанности. I better not hear about him. Лучше не буду слушать о нем. Better I, if Krishna's going to take away his attachments, take away my attachments, then if I hear about him, he might take them away when I'm not looking. Если Кришна собирается забрать мои привязанности, если я буду слушать о нем, он может забрать их, когда я не буду видеть это. Поэтому лучше уж я буду все время думать о своих привязанностях, чтобы он у меня их тайком не забрал. И тогда Кришна исполнит мое желание, он позволит мне держаться за ним. Но если мы будем думать, нет, я просто хочу слушать о взаимоотношениях Кришны с Его чистыми преданными. У Кришны отношения с Его чистыми преданными. У Него есть отношения с каждым живым существом. Он находится в сердце каждого живого существа, как сверхдуша. But a super soul, there's no relationship. A super soul, there's no relationship. Но у сверхдуши нет отношений. Because all he does as super soul is he witnesses and says, okay, you can have it. Потому что единственное, что он делает, будучи сверхдушой, это наблюдает и дозволяет. Хорошо, сделай. What kind of relationship is that? Что это за отношения? He just witnesses. Он просто наблюдает. Like the example of the two birds sitting in the tree. Как в том примере двух птиц, которые сидят на одном дереве. One bird is eating the fruit of the tree. Одна из птиц кушает плоды этого дерева. The other bird is simply witnessing. А другая просто наблюдает. Waiting for the bird to turn to him as his best friend. Ждет, когда первая птица обернется к нему, к его лучшему другу. So, that picture right there. Super soul. Вот это как раз таки картинка там, да? Yeah. Oh, no, нет, это the living entity riding on the chariot. Живое существо, которое едет в колеснице тела с лошадьми, чувствами. So he just witnesses and says, okay, you want that, you can do it. Поэтому он просто наблюдает и говорит, хочешь это, хорошо, можешь так сделать. And, he gives a sanction. Дает свое разрешение. Not a blade of grass can move without the will of the Lord. Потому что ни травинка не шелохнется без воли на то Господа. Nothing can happen without Krishna's sanction. Ничто не может произойти без дозволения Кришны. But he says, if you want me, then I'll help you to come to me. И он говорит, но если ты хочешь меня, я помогу тебе прийти ко мне. Ананьяс чинтаянтумам, те, кто медитирует на меня, думают обо мне. Все, что у них есть, я оставляю. А все, чего им не хватает, я дам им. All he wants us is to think about him. That's it. Единственное, что он хочет от нас, это чтобы мы думали о нем. Вот и все. And the best way to think about him is to hear about him. И самый лучший способ думать о нем – это слушать о нем. It's so easy. Так просто. Lord Kapiladev describes it to his mother Devahuti as the easiest process. На самом деле. Kapila to his mother Devahuti. Kapiladeva объясняет своей матери Девахути, что это самый простой способ думать о Кришне. Не нужно совершать суровых аскез. It's not a very difficult task. Это не какое-то сложное задание.
just have to give your ears to hear the right subject matter. Просто нужно посвятить свои уши слушанию правильных тем. And that's why Bhagavatam says when properly heard and chanted. Поэтому в Бхагаватам говорится, когда их правильно слушают и повторяют. Properly heard and chanted means I'm hearing it for my own purification. Правильно слушать и повторять значит, я слушаю ради своего собственного очищения. Even sometimes it may be very difficult to hear. Несмотря на то, что иногда может быть очень сложно слушать. Sometimes, as Rupa Goswami explains in the Upadeshamrita. Как Рупа Госвами объясняет в этом Упадешамрите. Although the name, form, qualities, and pastimes of Krishna is naturally sweet. Хотя имя, форма, качество, игры Господа естественным образом обладают сладким вкусом. One who is afflicted by the jhanas of vidya can't taste anything sweet. Тот, кто поражен желтухой невежества, не может ощущать этот сладкий вкус. Такова природа этого заболевания. We can't hear. Мы не можем слушать. Krishna says it also in the Bhagavad Gita, Bhogaishvaya prasakta nantaya pravata chetasam. Кришна также говорит в Бхагавад-гите. The minds of those who are too much attached to sense gratification and material opulence. Умы тех, кто слишком сильно привязаны к материальному наслаждению и богатству. They are bewildered by such things. И те, кто сбиты с толку этими вещами. There can be no determination for Krishna. Не могут быть решительно настроены в том, чтобы идти к Кришне. It's so hard. Why is it so hard? Так тяжело. Почему так тяжело? But it's not. We just said it's the easiest process, and everybody says, "Why is it so hard?" Но это не тяжело. Мы только что сказали, это самый легкий способ. Ну почему же так тяжело? It's not hard. Это не тяжело. It just depends on desire. Все зависит просто от желания. But Krishna wants to see what our desire is. Но Кришна хочет видеть, в чем наше желание. If our desire is to stay in the material world, then okay. Если наше желание оставаться в материальном мире, хорошо. Like that story, I think I was told once that I heard from Vishnu Janaswami. Как в той истории, которую я, по-моему, рассказывал здесь, эта история, которую Вишну Джана с вами рассказал, очень хорошая about история. About the man who had a paramour. О мужчине, у которого была любовница. And his wife found out about it. И его жена узнала об этом. Я рассказывал эту историю. One man had a paramour. У одного мужчины была любовница. And sometimes he would not come home at night. И иногда он по ночам не приходил домой. And his wife found out about it. Его жена узнала об этом. And she wanted, when she found out about it, she says, "What is it that she does that I don't do?" И когда она узнала об этом, она спросила его, что она такое делает. Чего не делаю я? So the husband was a little nervous. His wife was not. He thought she suspected, but now she knows where I'm going. И муж немного занервничал. Он думал, что жена подозревает, но теперь она точно знает, куда я ухожу. And so the husband said, "Well, it's the way she dresses for me." И муж ответил: "Ну, то, как она одевается для меня." So when the wife heard this, so she was immediately thinking, "I have to dress in such a way that I'll attract the mind of my husband." И жена сразу же решила, я должна одеваться так, чтобы привлечь ум моего мужа. She went out, bought all the most opulent clothing. Она нашла самую роскошную одежду. She did everything to make herself look so beautiful. Она сделала все, чтобы выглядеть очень. Красивый. And when the husband came home, he was astonished how beautiful his wife was. И придя домой, муж лишился речи, видя, как красива была его жена. He appeared to be very happy. И он казался очень счастливым. And the wife was thinking, "Now I've got him. She doesn't. No way she can compete with me." И жена подумала: "Ну вот теперь я заполучила его. Никаким образом она не сможет одеться красивее, чем я." Но на следующую ночь он не пришел домой. So when he finally came home, и когда он наконец вернулся, wife said, "Did she dress better than I did?" А жена его спросила: "Она что, оделась лучше, чем я?" He said, "Well, it's the way she cooks for me." А он сказал: "Ну, это то, как она готовит для меня." She said, "The way she cooks for you." Она сказала: "То, как она готовит для тебя." So she said, "Now I'll capture the mind of my husband." И она решила: "Теперь я точно завоюю ум своего мужа." So the next day she went out and bought all the opulent food.
На следующий день она пошла и купила самую роскошную еду. She prepared the most wonderful, wonderful feast. My husband could never imagine. Приготовила самые вкусные блюда, которые ее муж не мог себе даже представить. She was thinking, there's no way this woman can cook anything better than I just cooked for my husband. И она подумала, ну невозможно просто приготовить вкуснее, чем то, что я только что приготовила для своего мужа. When the husband came home, she was dressed beautifully and she served this most wonderful feast. Когда муж пришел домой, она была одета очень красиво, она подала ему этот наивкуснейший пир, и муж был очень удовлетворен. И хотя жена подумала, теперь-то я его заполучила, и он снова не вернулся, она спросила, почему, почему ты все же возвращаешься к ней? И муж сказал, ну, это то, как она кусает и пинает меня. The way she kicks and bites you? Жена сказала, кусает и пинает тебя. You want to be kicked and bitten? Ты хочешь, чтобы тебя кусали и пинали? I can't do that to you. Я не могу этого делать с тобой. I love you. Я же люблю тебя. I can't kick and bite you. Я не могу кусать и пинать тебя. Then go. Да иди. If you want to be kicked and bitten, you'll have to go to her. Если ты хочешь, чтобы тебя кусали и пинали, тебе придется идти к ней. So he said, this is just like Krishna. He does everything to attract us back to him. Вишнуджана с вами сказал, вот так же и Кришна, точно так же. Он делает все, пытается сделать все, чтобы привлечь нас обратно. Okay. Но если мы хотим, чтобы нас кусали и пинали, хорошо. What can I do? Что мне поделать? I don't want to kick and bite you. Я не хочу кусать и пинать тебя. So Krishna is I heard this from Vishnu Jan's book. Very nice. Я слышала эту историю от Вишну Джана с вами. Очень хорошая история. So Krishna is giving. He's in the heart, witnessing. Итак, Кришна находится в сердце. Он наблюдает. Oh, so you want to be kicked and bit? Okay. И говорит, о, ты хочешь, чтобы тебя кусали и пинали, хорошо. You want to be happy separate from me? Okay. Хочешь быть счастливым отдельно от меня? Ладно. Although Krishna does say it in the Chaitanya Charitamrita. Хотя Кришна говорит об этом в Чайтанье Чаритамрите. So when the devotee he wants the opulence of material enjoyment. Он говорит, когда мой преданный жаждет материальных наслаждений. And at the same time he engages in my devotional service. И в то же самое время занимается преданным служением мне. He's like a fool who willingly gives up nectar to drink poison. Он подобен глупцу, который добровольно отказывается от амброзии, чтобы пить яд. Why should I give this fool material prosperity? Почему я должен давать этому глупцу материальное благосостояние? Instead, I should induce him to take shelter at my lotus feet and make him forget. Вместо этого я должен склонить его принять прибежище моих лотосных стоп, чтобы он забыл об этом. And the next verse is a verse from the Srimad Bhagavatam. И следующим идет стих из Шримад Бхагаватам. Says that when the devotee engages in Krishna's service in order to satisfy his own desires. Там говорится, что когда преданный Кришна занимается служением ему для того, чтобы удовлетворить свое собственное желание. Krishna will fulfill his desires. Кришна исполнит его желание. He'll do it in such a way that they won't come back and ask for it again. Но сделает это таким образом, чтобы он больше не обращался к нему с этими желаниями. That's his mercy. Это его милость. Okay, you can have your desires fulfilled. Хорошо, ты можешь получить исполнение своих желаний. Don't think it's gonna make you happy. Но не думай, что это сделает тебя счастливым. It's gonna be so many other consequences as a result of these. Having these desires fulfilled. Будет так много последствий исполнения этих желаний. It's like the daydream we talk about. Это как грезы наяву, о которых мы говорили уже. Told that story before about the daydream and the night dream. Мы уже рассказывали эту историю о грезах наяву и снах по ночам. At night we have a horrible dream and we wake up and we're happy. Ночью нам снятся кошмары, мы просыпаемся и очень счастливы. We have a good dream and we wake up and we're sad. Или нам снится хороший сон, просыпаемся и нам грустно. The happiness and sadness has nothing to do with reality. Но ни это счастье, ни это грусть никаким образом не связаны с реальностью. It's only connected to a dream. Они связаны лишь со сном. We create a reality that has
though we create, reality has no, beyond our imagination. There's no connection beyond our own imagination. Мы создаем реальность, которая не имеет существования нигде за пределами нашего воображения. So it's the same thing with the daydream. То же самое с грезами наяву. Dream of something we'd like to have or something we'd like to avoid. Мы мечтаем о чем-то, чего бы нам хотелось заполучить, или о чем-то, чего бы мы хотели избежать. Итак, мы создаем реальность, которая не существует нигде за пределами нашего воображения. Кришна говорит: хорошо, заполучи это, если хочешь. Единственное настоящее счастье тебе принесет то, что я хочу дать тебе. Все остальное временно. And that temporary happiness will satisfy the self. И это временное счастье не удовлетворит душу. So that's what Krishna does in the heart. Вот что Кришна делает в сердце. He witnesses. Он наблюдает. Just like the example is given, like a person who could smell a flower by being very close to the flower. Пример приводится с человеком, который может чувствовать аромат цветка, находясь рядом с ним. The closest person, he's in our heart. Кришна находится ближе всех, он в самом сердце. And he can smell our desires because he's within our heart. И он чувствует запах наших желаний, потому что он находится в нашем сердце. He knows everything that's there. Он знает все, что там есть. Oh, he can hide it from Мы не можем это спрятать от него никаким образом. Sometimes we foolishly think, oh, nobody's looking. Иногда мы думаем: о, никто не смотрит. Это глупо. We do something we're not supposed to be doing, we're thinking, close the door, nobody's looking. Мы делаем то, что не должны делать. Но мы закрываем двери и думаем: никто не видит. Krishna's looking. Но Кришна видит. He's in the heart. Он в нашем сердце. He knows everything. Он знает все. So he witnesses. Поэтому он наблюдает. And gives sanction. И дозволяет. So what kind of relationship, loving relationship is? И что это за любовные взаимоотношения? There's no reciprocal relationship. Там нет любовного взаимообмена, нет взаимности, потому что мы думаем только о себе. So that's why Krishna says to those who are endeavoring to please me, I give them the understanding in which they can come to me. Поэтому Кришна говорит: те, кто стремятся удовлетворить, порадовать меня, им я даю понимание, как они могут прийти ко мне. Это то, чего очень хочет Кришна. Он хочет дать своим преданным понимание, как они могут прийти к нему. Это делает его очень счастливым. Это приносит ему такое наслаждение. Потому что он ждет каждого. Есть не одна живая сущность во всей творении. That he's not conscious of. Нет ни одного живого существа во всем творении, которого бы он не осознавал, не помнил. Ахам Биджа Прадапита, я отец, дающий семя каждого живого существа, не только людей. Не только полубогов. Всех живых существ по всей Вселенной. Он отец, дающий семя. Nothing can exist without him. Ничто не может существовать без него. He wants everyone back. И он хочет всех обратно. But we want to be in the middle. Но мы хотим, чтобы нас кусали и пинали. So Krishna says, okay. И Кришна говорит: хорошо, пусть тебя кусают и пинают. Even though he sends his devotees. Хотя он посылает своих преданных. His devotees are always coming from the spiritual world, descending to give his teachings. Его чистые преданные все время нисходят из духовного мира, чтобы дать его учение, знания о нем. Тисуи дам сава бутанам, боктарам джагатапасам сава лока махешванам суи дам сава бутанам. You know this verse? Вы знаете этот стих? Yes. What does it mean? Что он значит? Peace formula. It's the peace formula. Это формула мира. Why is it the peace formula? Почему это формула мира? Тот, кто знает, what? Что Кришна, кто? Ultimate. Lord of all. Владыка всех планет, наслаждающийся всеми жертвоприношениями. Сухридам Сарвабутанам, he's the friend of all. Сухридам Сарвабутанам, он друг всех живых существ. Contains
peace from the pangs of material existence. Человек, который знает это, обретает полное умиротворение и не страдает больше в материальном мире. What does Sukhridam Sarvabhutanam mean? Что значит Сухридам Сарвабхутанам? It means that he's giving instructions of himself, either personally or through the mouths of his devotees. Это означает, что он дает наставление о самом себе, либо своими собственными устами, либо через уста своих чистых преданных. Вот почему он лучший друг всех живых существ. So he's just waiting. И он просто ждет. To see how much time we'll give to hear about him. Просто хочет посмотреть, сколько времени мы будем посвящать слушанию о нем. How much we'll cultivate a desire to hear about him. Как мы будем культивировать желание слушать о нем? Because sometimes we may lose that taste to hear about Krishna, because as we said, it's like a person who has jaundice, sugar tastes bitter. Конечно, порой бывает, что мы теряем вкус к слушанию о нем, как в том примере с желтухой. Сладкий вкус кажется горьким. What is jaundice? Anyone know? Что такое желтуха? Кто-то знает? No. And in this verse, what is jaundice? В этом стихе что значит желтуха? Мукта-даки. Мукта-даки. What's the... The holy name, form, qualities, pastimes of Krishna are sweet, just like sugar. For one who's been afflicted by the jaundice of what? Ignorance. Avidya. Yeah. Cannot taste anything sweet. Святое имя, форма, качество, игры Господа, трансцендентно сладки, подобные леденцу. Но тот, кто болеет желтухой, чего? Желтухой невежества, авидьи, он не способен чувствовать их сладкий вкус. Well, it's very wonderful. But if one very carefully goes on chanting these sweet names. Но что поразительно, если просто продолжать старательно повторять эти святые имена. Then what happens? То что тогда происходит? Natural attraction for those names begins to awaken the heart. Естественное притяжение, влечение к этим святым именам начинает просыпаться в сердце. And the disease of avidya gets destroyed at the root. И сама болезнь невежества разрушается на корню. That's how to get rid of attachments. Вот как избавиться от привязанностей. Not thinking, I need to get rid of my attachments. А не так, что постоянно думать, я должен избавиться от своих привязанностей. Or even worse, sometimes we think, oh, I'll never get rid of my attachments. I'd rather just enjoy them. Или еще хуже, мы начинаем думать, о, я никогда не избавлюсь от своих привязанностей, можно тогда просто наслаждаться ими. That's why Bhaktivinoda Thakur says patience is very important. Поэтому Бхактивинода Такур говорит, что терпение очень важно. Attachments don't go away immediately. Привязанности не уходят в одночасье. We have to be patient. Нам нужно быть терпеливыми. But Krishna, he sees that the devotee who's desiring to get rid of those attachments. Но Кришна, он видит, что преданный хочет, стремится избавиться от этих привязанностей. He's ready to help. Он готов помочь ему. He gives knowledge. Дает знания. And he acts within the heart. И действует из глубины сердца. To take away these attachments. Чтобы забрать эти привязанности. The devotee actually understands that Krishna is the best friend because he's taking away my attachments. Преданный понимает, что Кришна, он мой лучший друг, потому что он забирает мои привязанности. Comes peaceful. Он обретает умиротворение. So peaceful, feels protected. Он чувствует полную защиту. Sometimes we think protection means no physical pain. Иногда мы думаем, что защита подразумевает полное отсутствие физической боли. But sometimes Krishna does something. Quite different. Но иногда бывает, что Кришна поступает совсем иначе. Не то, чтобы он причиняет физическую боль.
But sometimes if a devotee is becoming too complacent in this world. Но бывает так, что если преданный слишком сильно расслабляется в этом мире. He thinks, oh, I don't have to make any endeavors for Krishna. И думает, о, я не должен совершать каких-то особых усилий, с кожи вон лезть ради Кришны. I'll become Krishna conscious when Krishna wants me to become Krishna conscious. Я стану сознающим Кришну, когда Кришна захочет, чтобы я стал сознающим Кришной. Придет этот день. I don't have to worry about it. Мне не нужно особо волноваться об этом. Krishna sometimes he'll protect that kind of he'll protect a devotee. Порой Кришна защищает такого преданного. He'll shake up that devotee's world. И Кришна буквально переворачивает мир этого преданного с ног на голову. Goes right. И вдруг все не так. And then we start thinking, oh, I have to protect, I have to protect. И мы начинаем думать, я должен защитить, я должен защитить. But Krishna's protecting. Но Кришна защищает. Protecting means he's protecting the consciousness. Защита означает защита сознания. Сихатукаму нашисти пачувая давиджите свапалапьяси дамасе траяте махатубая. In this endeavor, there's never any loss or diminution. Махабхикрама нашисти, на этом пути нет никаких потерь. And a little advancement on this path will protect one from the most dangerous type of fear. Даже небольшое продвижение по этому пути защитит человека от самой величайшей опасности. What is the most dangerous type of fear? Что это за самая величайшая опасность? Forgetting Krishna. Забвение Кришны. Nothing more dangerous. Нет ничего более опасного. Forget Krishna, there's only one thing left. Если забыть Кришну, то остается лишь одно. Duality. Двойственность. Это единственное, что остается. Duality is the cause of so much anxiety. Двойственность — это причина столь многих беспокойств. Having to live in duality means we always have to think in terms of what's good for me, what's bad for me. Жизнь двойственности означает, что нам постоянно приходится думать, что хорошо для меня, а что плохо для меня. But to transcend duality, но чтобы преодолеть влияние двойственности, all we have to do is change the object. Единственное, что нужно сделать, это изменить объект нашего внимания. Just like Srimad Bhagavatam, Narada Muni told Vyasadeva. Как Шримад Бхагаватам Нарада Муни говорит Вьясадеве. There's not a thing which is therapeutically applied, cured. That which is caused by this very same thing. Разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство? In other words, Prabhupada explains this, it's like sometimes one may get a stomach disorder from milk. Другими словами, как Прабхупада объясняет, иногда бывает расстройство желудка из-за молока. But when milk is therapeutically applied by making yogurt and then taking it. It's cured by that which caused the very same thing. То этот йогурт, сделанный из молока, излечит от болезни, вызванной этим же молоком. Therefore he told Vyasadeva, there's not a thing which is therapeutically applied, cure that which was caused by the very same thing. Поэтому Нарада говорит, разве не излечивает от болезни то, что является ее причиной, если применять это как лекарство? So duality is the cause of so much anxiety. Итак, двойственность — это причина столь многих страданий и беспокойств. Duality is because the center is me. Двойственность значит, что в центре я. And when the center is me, this is good, this is bad. И когда в центре я, то это хорошо, а это плохо. When the center is me, this is friend, this is enemy. Когда в центре я, это друг, это враг. When the center is me, this is heat, cold, honor and dishonor. Когда в центре я, то холодно и жарко, честь и бесчестие. That's why Krishna says in the sixth chapter of Bhagavad Gita to Arjuna. Поэтому Кришна говорит в шестой главе Бхагавадгиты Арджуне. When one conquers the mind. Когда человек подчиняет себе свой ум, then the super soul is reached. Он достигает сверхдушу. And he can attain tranquility. И обретает умиротворение. For such a man, heat and cold, happiness, distress, honor, dishonor, they're all the same thing. Для такого человека холод и жара, счастье и горе,
почет, бесчестие, одно и то же. So instead of doing everything for me, поэтому вместо того, чтобы делать все ради and себя, living in duality, и вместо того, чтобы жить в двойственности из-за этого, we have to mold our lives around doing something that is pleasing to Krishna. Мы должны построить свою жизнь вокруг того, чтобы делать то, что радует Кришну. It's not that immediately we're going to do everything for Krishna. И не то, что мы сразу же в одночасье начнем делать все ради Кришны и ради Его удовольствия. Sometimes the devotees think like that. Do everything for Krishna, nothing for me. Иногда преданные так думают: я теперь буду делать все для Кришны, ничего для себя. And they become very fanatic. И они становятся очень фанатичными. It doesn't last long. Но это долго не длится. They burn out. Они выгорают. Burn out because they think, oh, I'm supposed to give everything to Krishna. Они выгорают, потому что думают: о, я должен все делать ради Кришны. Because Krishna wants everything. Все отдать ему. Конечно, Кришна хочет, чтобы мы все ему отдали. Он говорит: оставь все виды религии, просто предайся мне. He wants everything. Он хочет, чтобы мы все ему отдали. But he helps those who simply cultivate the desire to give to him. Но он помогает тем, кто просто культивирует в себе желание отдать все ему. You can't do it without help. Мы не можем сделать это без помощи. That's the whole point of this discussion. Вот вся суть этого обсуждения. We don't get rid of our own attachments. Мы не избавляемся от своих привязанностей. It's just not our doing. Это просто не мы. Не мы это делаем. And the more we become dependent on Krishna, и чем больше мы полагаемся на Кришну, and we'll experience how Krishna is helping. Тем больше мы можем испытать помощь Кришны. It's in everyone's heart. Он в сердце каждого. Not just in that person's heart or that person's heart. It's in everyone's heart. Не только в сердце этого человека или этого человека. В сердце каждого живого существа он поможет. So therefore, it's very important to mold, as Prabhupada uses the expression, mold one's life around service to Krishna. Поэтому очень важно, как Прабхупада использует это выражение, построить свою жизнь буквально вокруг этого. Mold one's life means one has a life. Построить свою жизнь вокруг — это значит, что у человека есть жизнь. He molds it in such a way that at least Krishna is there in the center. И он таким образом выстраивает ее, что эта жизнь окружает Кришну, а Кришна в центре. I have to do for him. Я должен что-то делать для него. I should do it at least every day. Я должен делать это по крайней мере каждый день. I may not be able to do it all day. Может быть, у меня не получится делать это весь день напролет. Every day I should try to remember him. Но по крайней мере ежедневно я должен пытаться помнить о нем. We oftentimes quote, Prabhupada oftentimes quoted the verse. Мы часто цитируем стих, Прабхупада часто цитирует стих. Smarta vyasa tatam vishnava smarta vyona jatam chit. You know this verse? Знаете этот стих? You know this verse? А вы знаете этот стих? Smartavyam satatam vishnava. One should always remember Krishna, never forget Krishna. Всегда помнить Кришну, никогда не забывать о нем. Помните? Да. Вы слышали его раньше. You didn't say satatam. Smartavyam satatam vishnava. Вы не сказали слово satatam. Smartavyam satatam vishnava. All the rules, all the prohibitions which are given in the scriptures are meant to serve these two principles. Все правила и все запреты, приведенные в священных писаниях, даются для того, чтобы служить этим двум принципам. Сататам. There's a commentary to this verse. Есть комментарий к этому стиху. And Vishwanath Chakravarti Thakur explains it as follows. И Вишванат Чакраварти Такур объясняет это следующим образом. That in this verse it said that always remember Krishna and never forget Krishna. В этом стихе говорится: всегда помнить о Кришне и никогда не забывать о нем. But if we always remember Krishna, но если мы всегда помним Кришну, why do we have to think about not forgetting Krishna? Почему мы должны переживать о том, чтобы не забыть его? There's no meaning to it. Это бессмысленно. Right? This isn't like if you're always thinking of Krishna and someone says to you, don't forget Krishna.
Если вы все время помните Кришну, кто-то подходит и говорит, не забудь о Кришне. What's it mean? В чем смысл? Why do I have to think about the opposite, forgetting Krishna, if I'm always thinking about Krishna? Хорошо, и почему я должен волноваться о противоположности того, чтобы помнить о Кришне, если я всегда и так о нем помню? So he says this verse is therefore for those who can't always remember Krishna. Поэтому он объясняет, что это стих для тех, кто не может всегда помнить о Кришне. That's why we have to be reminded, don't forget Krishna. И поэтому им нужно напоминать, не забудь о Кришне. And all the rules that are given in the scriptures are meant to help us. И все правила, данные в Писаниях, нужны для того, чтобы помочь нам. And all the things we're supposed to avoid is meant to help us. И все вещи, которых мы должны избегать, также. Because we can't always remember Krishna. Нужны для того, чтобы не забывать о Кришне, потому что мы не можем о нем все время помнить еще. Если мы не можем все время о нем еще помнить. Why does this verse say satatam? Почему же в этом стихе употребляется слово сататам? Сататам means what? Сататам значит что? Тешам сататам югданам баджатам притипорвакам. Krishna says, one of those who are always engaged in my devotional service. So why does this verse say сататам, if it's telling you don't forget Krishna? Тешам сататам югданам баджатам притипорвакам. В этом стихе, например, сататам значит те, кто постоянно заняты служением мне. Так почему же здесь употребляется это слово? Therefore, in this verse, the word satatam has a different meaning. И он объясняет, поэтому в этом стихе сататам значит нечто немного другое. The different meaning in this verse is every day. В этом стихе сататам значит каждый день. That's what it means, every day. Ежедневно. Because we can't always remember Krishna. Потому что мы не можем постоянно помнить о Кришне. But every day we have to mold our lives around something that helps us to remember Krishna. Но ежедневно мы должны построить свою жизнь так, чтобы ежедневно вспоминать о Кришне. Whether we're chanting, будь то через воспевание, hearing, слушание, worshiping the deity, поклонение божествам, offering prayers, вознесение молитв. There's so many nine processes of devotional service. Так много процессов преданного служения, девять. But sometimes, if we're not careful, we may lose our taste. Но порой из-за неосторожности мы можем потерять вкус. And therefore, the natural sweet name of Krishna, sweet pastimes of Krishna, it tastes very bitter, like somebody who's been afflicted with jaundice. И поэтому святые имена Кришны, игры, которые естественным образом сладки, будут казаться нам горькими. Как пациенту, болеющему желтухой, горьким будет казаться сладкий леденец. Но Вишванат Чакраварти Такур объясняет в Мадхурья Кадамбини, что порой человек может потерять вкус к преданному служению из-за каких-нибудь оскорблений, inattentiveness, невнимательности. Хридая дарбалья, due to some weakness of heart. Хридая дарбалья, какой-то слабости сердца. It may be very, very difficult. Может быть, очень-очень сложно. Simply to do these most simple things. Делать эти самые простые вещи. He compares it to be like a person who is sick with a very high fever. Он сравнивает это с человеком, у которого развился очень сильный жар. When a person has a very high fever, he can't enjoy food. Когда у человека очень сильный жар, лихорадка, он не может наслаждаться едой. И более того, он не только не может наслаждаться едой, но он очень сильно страдает. Я помню, однажды я был в Бхактивиданта госпитале, и у меня был такой сильный жар, самый сильный жар вообще за всю мою жизнь. И там был один преданный, но я не знал, что он там был, я не был в сознании. И он все время связывался с врачами, потому что он думал, что я оставлю тело. Но постепенно я начал приходить в сознание, жар стал понижаться, но все равно это было очень болезненно. Естественно, я и думать не мог о еде.
Им пришлось подключить капельницу на 11 дней. Because I couldn't eat anything. Потому что я не мог ничего есть. And, but the example Vishwanath Chakravarti Thakur gives. Но пример, который приводит Вишванат Чакраварти Такур. That person has a high fever. Когда у человека большой жар. He suffers. Он страдает. But when the fever starts to come down. Но когда жар начинает спадать. Then he can gradually begin eating. Он может постепенно начать есть. But he doesn't eat a big feast. Но он не ест огромный пир. He eats sick man's food. Он ест еду больных людей. And he takes the right medicine. И принимает лекарства, которые необходимы им. And then gradually the fever starts coming down, coming down, coming down. И постепенно жар сходит, становится все ниже, so ниже, ниже. So the person who suffers from not being able to hear and chant the Lord Krishna. Он сравнивает это с человеком, который не способен слушать и воспевать о Кришне. Lost taste. Человеком, который потерял всякий вкус. Can't hear and chant. Не может слушать, не может повторять. But is still not happy. Но suffering. Все равно он несчастлив, он страдает. So he says, just like a sick person takes a sick man's diet. He takes just enough food to nourish him, to give him strength. И он говорит, что точно так же, как человек, который принимает пищу, предназначенную для больных, он по чуть-чуть ест. Он не ест пиццу и мороженое. Не устраивает себе пиры. Не ест борик. Не может переварить его. Слишком высокий жар. Но он ест пищу, предназначенную для больных. И постепенно жар все больше и больше спадает. И он становится здоровым. В какой-то момент он может уже наслаждаться всей этой едой. Точно так же, если человек теряет свой вкус к воспеванию, теряет вкус к слушанию, к общению с преданными, то нужно просто есть не ту, предназначенную для больных. Делай то, что вдохновляет нас, чтобы это ни было. Потому что нам нужно питание, вдохновение, чтобы выздороветь. И Кришна, который находится в сердце, он увидит, о, посмотрите, этот преданный, он пытается выздороветь. So that's how Krishna acts from within the heart. Вот как Кришна действует из глубины нашего сердца. We may not be able to all day always remember Krishna, never forget Krishna. Может быть, у нас не получится целый день постоянно помнить о Кришне, никогда не забывать о нем. We even gave examples yesterday how sometimes great devotees Мы даже привели вчера пример того, как даже великие преданные порой забывают о Кришне. Ганга Дас был в таком беспокойстве. Я утоплюсь, если не смогу спасти свою семью. Но Кришна не забыл о нем, Господь Чайтанья не забыл о нем. Мы также привели в пример Шривасы Такуру, который погрузился в океан беспокойства. Солдаты придут, чтобы арестовать меня. Как же я защищу свою семью? И затем Господь Чайтанья пришел. Шривас, кому ты поклоняешься? You know, I'm here. Что, не знаешь, я здесь. Я здесь, чтобы защитить тебя. Чего ты боишься? So, the potential to forget Krishna is very, very strong. Итак, возможность забыть о Кришне очень велика. But for those who make the endeavor to try to remember, Krishna gives the extra strength required. Но тем, кто совершает усилия помнить о нем, Кришна дает дополнительную силу, которая необходима для этого. And he acts from within the heart. И действует из глубины нашего сердца. They take time.
It may take time. На это может потребоваться время. May not happen overnight. Может быть, это не произойдет за одну ночь. It may happen in a few years. Может быть, не произойдет за несколько лет. But just like a person who's eating. Но точно так же, как с человеком, который ест. Knows when the food tastes good. Он знает, что еда вкусная. Ему нет нужды спрашивать кого-то, это вкусная еда, которую я сейчас ем. Am I getting stronger? Я получаю питание, силы. Is my hunger going away? Голод проходит? We don't ask that to anybody else, do we? Мы никого об этом не спрашиваем, не так ли? We know if our hunger is gone. Мы знаем, уходит ли у нас голод. We know if the food tastes good. Мы знаем, вкусная ли у нас пища. We know if we're getting stronger. Мы знаем, получаем ли мы питание и силу. Точно так же, если мы занимаемся даже чуть-чуть преданным служением, это всегда защищает нас от величайшей опасности. На самом деле, есть очень хороший стих в 9-й песне Шримад Бхагаватам. Надеюсь, что смогу его найти. Дайте мне одну минутку. Это стих из истории о Махараджа Амбарише. 9-я песня. История Махараджа Амбариши. А вот нашел. Четвертая глава. Девятая. Нет, я еще не нашел стих, только нашел главу. Девятая. Anyways, I'll just have to paraphrase it. В общем, придется перефразировать. Very nice verse. Очень хороший стих. Anyways, I can't find it. Не могу найти. What Prabhupada explains in the commentary? Что Прабхупада объясняет там в комментарии? It's the Krishna's protection begins as soon as the devotee takes the devotional service. Это то, что защита Кришны приходит преданному, как только тот начинает преданное служение. From the very, very beginning, as soon as he takes, Krishna protects. He doesn't forget that service. С самого-самого начала, как только преданный начинает служить Кришне, он сразу же оказывает ему защиту, therefore, не забывает об этом служении. Как в том стихе, который мы часто цитируем из первой песни Бхагаватам. Anyone who is once engaged in the devotional service of the Lord can never forget that ecstasy again and again. Каждый, кто хоть раз занимался преданным служением Господу, уже никогда не забудет этот экстаз. I wish I could find that verse because I want to read it. Как бы я хотел найти этот стих, потому что я хочу зачитать его. Ладно, я сдаюсь. Anyways, that's the essence. Но так или иначе, это суть. Anybody have any questions? У кого-нибудь есть вопросы? Hare Krishna.
Çok teşekkür ederim. Aslında birçok soru cevabını aldım. Ama yani Krishna bilinci benim hayatımın mucizesi. Fakat bazı günler korkuya kapılıyorum yani düşme korkusuna. Thank you very much for the class. I found the words. Я нашёлся. I'll answer your question. Я отвечу на ваш вопрос. It's a ninth canto Shrimad Bhagavatam. Девятая песня Шримад Бхагаватам, четвертая глава. Text 48. 48 стих. Actually, why don't you just read it? Почему бы вам не зачитать его? Aynı ormanda çıkmış. Как лесной пожар мгновенно обращает в пепел злобную змею, так диз Господа Сударшана чакра, посланный Господом на защиту преданного, мгновение ока испепелил созданную Дурвасой демоницу. You read the verse. Вы прочитали стих, да? Okay, now in the purport. Хорошо, теперь в комментарии. The Lord knows how to protect his devotee. Господь знает, как защитить своего преданного. As indicated by the words Prabhishtam. The Lord knew everything. Слова Прагдиштам в этом стихе указывают на то, что Господь обо всем уже знал. И прежде чем что-то случилось, он приготовил свою чакру, чтобы защитить Махараджу Амбаришу. This protection is offered to a devotee even from the very beginning of his devotional service. Подобную защиту Господь дарует преданному с самого начала его преданного служения. Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashyati. If one simply begins devotional service, he is immediately protected by the Supreme Personality of Godhead. Kaunteya pratijanihi. Как только человек встает на путь преданного служения, он сразу обретает защиту Верховной Личности Бога. This is also confirmed in Bhagavad Gita 1866. Это подтверждается в Бхагавад Гите 1866. Protection begins immediately. Защита даруется сразу же. Three times. Сказал это три раза уже. The Lord is so kind and merciful that He gives the devotee proper guidance and all protection. По своей доброте Господь направляет преданного и всячески защищает его, чтобы тот мог спокойно и уверенно, без лишних трудностей. And thus the devotee very peacefully makes solid progress in Krishna consciousness. Развиваться в сознании Кришны. Without outward disturbances. Без лишних внешних трудностей. A serpent may be very angry and ready to bite, but the furious snake is helpless when faced by a blazing fire in the forest. Змея может быть очень злой и агрессивной, однако она бессильна перед пылающим лесным пожаром. Of course, we may say, "Well, I'm having so many outward disturbances. How is this protection?" Конечно, можно возразить: "Ну вот у меня очень много лишних внешних трудностей. Как же так?" But as we explained before, those outward disturbances are something to sometimes protection to help us to take shelter of Krishna. Но как мы уже объясняли ранее, подчас эти внешние трудности являются как раз таки защиты, которые помогают нам помнить о Кришне. Есть два вида внешних трудностей. Those which are arranged by the illusory energy. Те, что были созданы иллюзорной энергией. Those which are arranged by Krishna. И те, что были созданы Кришной. So sometimes Krishna will arrange disturbances. Так что иногда бывает, что Кришна создает нам трудности. Because they had to go through so many disturbances. Пандавам пришлось пройти через столько
сложных ситуаций. Кто-то может сказать, они все чистые и преданные Господу, почему им пришлось пройти через все это? Underwent so many difficulties to show how a devotee never deviates in his desire to please Krishna. Но все эти трудности лишь показывают, что, несмотря на всех них, чистые преданные никогда не отклоняются от своего желания удовлетворить Господа. Even in the face of so many adversities. Даже перед лицом стольких лишений, сложностей, испытаний. Поэтому внешние трудности будут. Still, Krishna's protection is always there. Но защита Кришны всегда будет с нами. So what's your question? В чем был ваш вопрос? Она поблагодарила вас за лекцию. Actually, Krishna consciousness is like a miracle in her life. И сказала, что сознание Кришны подобно чуду в ее жизни, но иногда ей сложно помнить о Кришне. Она также сказала, что иногда боится пасть, но при этом она чувствует поддержку Кришны. Hastalık veya işte dış dünya, ailevi nedenler. Hani benim elimde olmayan sebeplerde sanki bir şey olabilirmiş korkusuna düşüyorum. Bunun için daha hani hızlı, daha böyle çabuk bir eylem önerisi olabilir mi? So in such cases when I come across such fears, в таких случаях, когда такие страхи приходят, первое, что я делаю, то принимаю прибежище преданных. Но могут также быть такие ситуации, которые происходят со стороны моих родственников или еще откуда-то, которые тоже могут сделать так, что я паду. Есть ли у вас какие-то предложения, как можно избавиться от таких видов страха скорее? Нет ничего страшного в том, чтобы бояться майя. Prabhupada even uses the term a healthy fear of Maya. Prabhupada даже использует такую фразу «здоровый страх майи». He once told a devotee. Он однажды сказал преданному. Said the difference between you and me is I will never fall down. Разница между мной и тобой. I will never fall down. В том, что я никогда не паду. Потому что я всегда боюсь майя. И однажды один преданный тоже сказал Прабхупаде, почему майя такая сильная? Прабхупада ответила, почему твоя решимость такая слабая? So there's nothing wrong with having a healthy fear of Maya. Поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы иметь такой здоровый страх майя. Maya dakshina prakriti suyate sacharachara. Maya is working under Krishna's direction. На самом деле, майя дакшина пракрити, майя это энергия Кришны, она действует под его руководством. Performing the thankless task. Она занимается этим неблагодарным служением. Keeping the living entities bound. By her illusory energy. Она держит живое существо в оковах иллюзий. But for devotees, she's serving them. Но преданным она служит. She serves the devotee because the devotee knows there's Krishna and there's Maya. Потому что преданный знает, есть Кришна и есть Майя. This is Maya. Это Майя. I'm not pointing to you. Я не на вас показываю. I was so afraid. Я так испугался. This is Maya, this is Krishna. Это Майя, а это Кришна. I'm in a
But there's only Maya and Krishna. Но есть лишь Майя и Кришна. So if this is Maya, поэтому если вот это Майя, then I need to take shelter of Krishna. То тогда мне нужно принять прибежище Кришны, потому что это единственная альтернативная опция. So Maya helps us. Поэтому Майя помогает нам. Luring us. Искушая нас. She's always got these little allurements that attract us. Она все время посылает нам такие маленькие искушения, чтобы привлечь нас. Но преданный, зная, что это Майя, становится все сильнее и сильнее через ее испытания. I remember, I might have told you this, maybe not. When I was coming to the temple in 1972-73. Может быть, я вам рассказывал, может и нет. Когда я впервые стал приходить в храм в 73 году. And there was a friend of mine named Keshav Bhagwan, who really preached to me a lot. Там у меня был друг Кешева, который очень много мне проповедовал. And one day he came to the temple, he gave me a cassette. И однажды, когда я пришел в храм, он подарил мне кассету с лекциями Прабхупады. Это была лекция, которую он прочитал совсем недавно тогда. And in those days, having cassettes of Prabhupada's lectures was very valuable. И в те времена кассеты с лекциями Шрилы Прабхупады были очень ценными. They weren't in abundance like they are now. Их не было в бесконечном количестве, как сейчас у нас. Я тогда еще работал. And I would listen to that tape every day. И слушал эту кассету каждый день. And in that lecture, Prabhupada said. В этой лекции Прабхупада сказал. In the beginning, when one comes to Krishna consciousness, в самом начале, когда человек приходит в сознание Кришны, Maya will test you. Майя будет проверять его. To see if you're coming to serve Krishna or to disturb Krishna. Она будет проверять, пришли ли вы служить Кришне или беспокоить его. Therefore, in the beginning, there will be many tests. Поэтому в начале будет много испытаний, тестов. But if one takes shelter of Krishna in the boat in the middle of the ocean, like taking shelter of a boat in the middle of the ocean. Но если преданный примет прибежище в Кришне, точно так же, как человек принимает прибежище в лодке посреди океана, он будет в полном порядке. This is the only tape I had. Это беспокойство не коснется его. This is the only tape of Srila Prabhupada that I had. Это была единственная кассета с лекцией Прабхупады, которую у меня была. And I would come home from work and listen to it every day. Я приходил домой с работы и каждый день включал ее. Every day I just go over and over and over again. Каждый день я слушал ее вновь и вновь. And it was hard for me to understand Prabhupada's accent. И поначалу мне было сложно понимать акцент Шрилы Прабхупады. Sometimes we had these cassette players, we'd rewind it and go back and listen again and again. Иногда я перематывал пленку, чтобы переслушать кусочек, который не смог услышать. В этих кассетных плеерах можно было так делать. So I remember that part, that in the beginning, Maya, there'll be so many tests, Maya will be testing to see if one is coming to serve Krishna or disturb Krishna. Я помню вот эту часть. В самом начале будет очень много испытаний. Майя будет проверять, пришел ли человек служить Кришне или беспокоить его. And I decided to move into the temple. Я решил переехать в храм. And when I moved into the temple, everything was just so blissful. И когда я переехал в храм, все было просто блаженством для меня. I felt like I was liberated. Я чувствовал, что я обрел освобождение. I was thinking, what's Prabhupada talking about? In the beginning, there'd be so many tests. This is just wonderful. И я думал себе, о чем Прабхупада говорит? Что вначале будет очень много испытаний, все же просто замечательно. And I was just going along in my devotional service, thinking, why did Prabhupada tell me that? И я просто смело шагал по этому пути преданного служения и думал, почему Прабхупада так сказал? Вначале будет очень много испытаний, но у меня не было никаких испытаний.
And then all of a sudden, I gradually started to notice that it was becoming difficult for me to wake up from Mangalarti. И постепенно я начал обращать внимание, что мне становится все сложнее просыпаться на Мангаларти. Because we had to get up in the morning every morning at 3:30. Потому что каждое утро нам приходилось вставать в 3:30. Мангаларти была в 4:15. And then it became more and more difficult. И это становилось все труднее и труднее. In those days, everyone went to Mangalarti. И в те времена все ходили на Мангаларти. And we had a temple commander who was formerly an Air Force sergeant. И наш комендант храма в прошлом был сержантом в воздушных войсках. And if he didn't get up at time, he was formerly, before he was a devotee, he was an Air Force sergeant. До того, как стать преданным, он служил в воздушных войсках сержантом. Uh-huh. Yeah, yeah. And if you wouldn't get up for Mangalarti, he would take the sleeping bag and... Если вы не просыпались на Мангаларати, то он поднимал ваш спальник вместе с вами и вытряхивал вас из спальника на пол. И он стал так со мной делать. И постепенно это становилось очень-очень сложным для меня. И я начал думать, я даже не знаю, смогу ли я долго оставаться еще в храме. Это становилось так сложно. One morning I took my fist, I remember, I hit it against the ground. I said, that's it, I'm leaving. И однажды утром, я помню, я просто взял и кулаком стукнул по полу. Все, я ухожу. It was just like somebody turned on the tape recorder in my heart. И в тот момент я почувствовал, как будто бы кто-то включил в меня в сердце кассетный плеер. And I heard Prabhupada say, in the beginning there will be so many tests. Я услышал Прабхупада говорил: в самом начале будет очень много испытаний. Майя will come to test you to see if you want to serve Krishna or disturb Krishna. Майя будет проверять вас, хотите ли вы служить Кришне или беспокоить его. And it was just like I was so blissful. И я почувствовал такое блаженство. I was so happy. Я стал таким счастливым. Because I understood why Prabhupada told me that. Потому что я понял, почему Прабхупада сказал мне это. I wasn't thinking. I was thinking, no, this is not going to. I was not happy. All of a sudden. Я совсем этого не ожидал. Я уже думал, что ничего, все, никаких не будет испытаний. So, my tests. Так что Майя испытывает, чтобы понять, хотим ли мы служить Кришне или просто пришли его беспокоить. Но если мы будем помнить об этом, мы примем прибежище Кришны. Лучше здесь остановиться, да? Should we have a short kirtan? Споем небольшой киртан. Short kirtan. Небольшой. Okay. I didn't get Chaitanya Charitamrita. Я так и не прочитал Чайтанья Чаритамриту. Какой второй был экзамен, а какой третий был экзамен от Майи? Какой? Which test? Второй, третий. Second, third test from Maya. What was your second test? Second, third one. Какой был второй, какой был третий тест? Sorry, my second one was. От Майи. Первая Мангала. Первая Мангала. А вторая? Распространяя книгу. Что-что? Распространение книг. Сочи. Это было очень трудно. Очень. I can tell you a story. Могу рассказать вам историю. Want me to tell you a story? Хотите? Расскажи историю. It'll take about 10 minutes for the story, but it's a good story. Минут 10 одна займет, но это очень хорошая история. Распространение. What is it? Распространение книг. А, распространение книг. Что там?
When I... Well, how to make it short. Как же сократить эту историю? When I first came to the temple... Когда я впервые пришел в храм... I was tested. Меня проверили. Before even the other test. Даже до вот этого теста был еще один тест. In those days we weren't allowed to move into, directly into the temple. В те времена нам не разрешали сразу же переехать в храм. I had to sleep in the basement on a cold concrete floor. Мне пришлось спать на голом бетонном поле. To prove that I was sincere, that I wanted to live in the temple. В подвале, чтобы доказать, что я действительно был искренним и хотел переехать в храм. But I didn't mind. It was wonderful. Но я вовсе не возражал. Я очень наслаждался этим. But I used to beg them, can I shave my head? Но я умолял их, пожалуйста, можно я побрею голову? Because I had very long hair. Потому что у меня были очень длинные волосы. Я был хиппи. And I used to beg them, please, can I shave my head? И я умолял их, пожалуйста, можно я обрею голову? They said, no, just wait, wait. Они говорили, нет, просто подожди. So finally, after maybe 2-3 weeks, they said, okay, you can move upstairs. В конце концов, где-то через 2-3 недели, они сказали, хорошо, можешь переезжать наверх. And they shaved my head. И я побрил голову. Those days we didn't have the electric buzzers. И в то время у нас не было электрических машинок. They used to use these hand clippers. Мы пользовались вручными ножницами. Кусачками. And my hair was so long, it took them hours to get all the hair off my head. И у меня были такие длинные волосы, что им потребовались часы и часы, чтобы сбрить их с моей головы. And then, they had to use a razor. И дальше им пришлось использовать бритву. After they finished shaving my head, it looked like I was in a battle. Yeah. my head was all blood. И после того, как они закончили обривать мне голову, я выглядел так, как будто только что пришел с битвы. They had to use a septic pencil to get the blood to stop. У меня были порезы на голове, им пришлось использовать антисептическую ленту. And then they said, okay, now you can go out and book this. И после этого они сказали, ну хорошо, теперь ты можешь отправляться на распространение книг. So they gave me a book bag and they filled it up with Back to Godhead magazines. Они дали мне сумку и заполнили ее журналами Back to Godhead. And they took me out to downtown and said, okay, now distribute these magazines. Отвезли меня в центр города и сказали, хорошо, теперь распространяй эти журналы. It was very difficult for me. Это было очень сложно для меня. I mean, sometimes, I mean, I was doing it every day, and it was so difficult. Подчас это было так сложно, я sometimes делал это каждый день, это было очень сложно. Иногда there я плакал, и это не были слезы сострадания. And especially, because here I was with the shaved head, and I looked like a clown. Особенно если учесть, что у меня такое было на голове, я выглядел как клоун. All these cuts, bruises all over my head. Со всеми этими порезами, ранами. That was my second test. Это было второе испытание, вторая моя проверка. But then I was asked to go out book distribution regularly. Но затем меня попросили распространять книги на регулярной основе. And for 2 years, I was going out book distribution and coming back to the temple because it was so hard. И в течение 2 лет я отправлялся на распространение книг и возвращался обратно в храм, потому что было очень тяжело. But I used to think that book distribution is very dear to Srila Prabhupada, so I should continue to go. Но я думал таким образом. Распространение книг очень дорого Шриле Прабхупаде, поэтому я должен продолжать. Но мне было настолько сложно, что президент храма возвращал меня обратно в храм и давал мне какие-то другие служения. И в конце концов пришел день, и я сказал, нет, я должен распространять книги. Я дал обет. I'm going to stay out of book distribution no matter what, no matter how difficult it is. Я буду оставаться на распространении книг, как бы сложно это ни было.
And this is after 2 years of very having very difficult time for book distribution. И это после двух лет огромных трудностей на распространении книг. I could never remember it being blissful engagement. For 2 years, I can never remember it being a blissful engagement. За все эти два года я не могу вспомнить ни разу, когда я бы чувствовал, что это блаженная деятельность для меня. But I knew I had to make a vow. Но я знал, что должен был дать обет. So I said, okay, from this day on, I will stay out of book distribution. И я сказал, хорошо, с этого дня я буду оставаться на распространении книг. So one day the temple president called me. Однажды мне позвонил президент храма. And I was out traveling for book distribution. А я был в этот момент на выездной санкете. I could travel in a van. I could tell so many stories. Мы были на минивэне. Я могу столько историй об этом рассказать. Van, distributing Prabhupada's books all over the country. По всей стране колесили, распространяли книги Шрилы Прабхупады. The temple president called me and said, Niranjana, you have to come back to the temple. И президент храма позвонил мне и сказал, Niranjana, тебе нужно вернуться обратно в храм. I said, why? Я сказал, почему? He said, because you're Brahmin initiated and we need somebody to cook for the deities. Он сказал, потому что ты инициированный Брахман, и нам нужен кто-то, кто будет готовить для божеств. I said, no, you have to find somebody else. Я сказал, нет, вам придется найти кого-нибудь другого. I said, I made a vow. Я сказал, я дал обет. Я должен оставаться на распространении книг. So we went back and forth. И мы вот так вот продолжали обсуждать это. And finally he said, oh, and finally I said, okay, I surrender, I'll go back. И в конечном итоге я сказал, хорошо, я предаюсь, я вернусь. So I was asked to cook for the deities. Меня попросили готовить для божеств. I would start in the morning around 5 o'clock. Я начинал где-то в 5 утра. And I'd be in the kitchen till about 3 or 4 o'clock in the afternoon. Я оставался на кухне где-то до 3-4 дня. I was cooking the sweets. Я готовил сладости. Because we had Radha Krishna deities, we had 6 offerings a day. Потому что у нас были божества Радхи Кришны, мы делали им по 6 подношений в день. Я делал ежедневные сладости. I was cooking breakfast for the deities. Готовил завтрак для божеств. I was cooking breakfast for the devotees. Готовил завтрак для преданных. I was cooking lunch for the deities. Готовил обед для божеств. I was cooking lunch for the devotees. Обед для преданных. I was cooking the fruit offering. Делал подношения из фруктов. I was cooking the Sunday feast. Готовил воскресный обед. For hundreds of people. Для сотен людей. And I was every day I was in the kitchen for about 9 or 10 hours. И каждый день я проводил на кухне где-то по 9-10 часов. And I would get up real early in the morning. И я поднимался рано-рано утром. And chant all my rounds before going in the kitchen. И повторял все свои круги перед тем, как отправиться на кухню. So after doing this for some weeks. И по прошествии нескольких недель temple president discovered that I was free in the afternoon. Президент храма обнаружил, что по вечерам я был свободен. And I was also the only one who knew how to play mridanga. Я также был единственным, кто умел играть на мриданге. So he asked me, he said, well, since you have your all of your rounds done in the morning, you finish your cooking and by 4 o'clock in the afternoon, why don't you go out with the Harinam party. И он сказал мне, послушай, раз уж ты прочитываешь все свои круги рано утром и к 4 часам уже освобождаешься с кухни, то почему бы тебе после этого не отправляться на Харинаму? I didn't say anything. И я подумал, я ничего не сказал. But I was thinking, he brought me back to the temple to cook for the deities. Но я подумал, он вернул меня в храм, чтобы я готовил для божеств. I'm cooking for the deities. Я готовлю для божеств. Instead of going out on Harinam. Вместо того, чтобы ходить на Харинаму. I'm gonna keep my vow. Я сдержу свой обет. And I'm gonna go out and distribute books. И я буду выходить распространять книги. And so I would take my western clothes downstairs in the basement. И я брал свою западную одежду, прятал ее рядом с выходом с окольного этажа. And after finishing the deities, cooking for the deities, I changed my clothes and go out and distribute books. И когда я заканчивал готовить для божеств, я переодевался в свою западную одежду и выходил распространять книги. And I went to the most difficult place to distribute books. И мне приходилось отправляться в самое сложное место для распространения. I went there because it was close to the temple.
Я ходил туда, потому что это было недалеко от храма. It was called Harvard Square. Это место называлось Harvard Square. Where Harvard University is. Рядом с Гарвардским университетом. And all the really puffed up college students were there. Где жили все очень очень гордые студенты. Я пытался обращаться к ним. It was so difficult. Это было так сложно. But still I did it every day. I went out for 2 hours. Но я все равно делал это каждый день. Я выходил на 2 часа. And then one day. И затем пришел день. The most amazing thing happened. И произошло нечто совершенно удивительное. It was so amazing, man. Это было невероятно потрясающе. I was feeling blissful from book distribution. Я чувствовал блаженство от распространения книг. I never felt blissful on book distribution. Я до этого никогда не чувствовал блаженства от распространения книг. Everybody was taking books. Я останавливал людей, и все брали книги. And I became just prompted to somehow gave me such a taste for book distribution, because I made that vow. Я понял, что Прабхупада дал мне этот вкус распространению книг, потому что я дал этот обет. So, one day in the temple, и однажды в храме, the temple president came up to me. Президент храма подошел ко мне. He said, "You seem pretty peaceful." И сказал, ты выглядишь очень блаженно. You must be glad that you surrendered and went out in Харинама every day, right? Наверное, ты очень рад, что предался и ходишь каждый день на Харинама. And I didn't tell him. Я ничего не сказал ему. I said, yes, everything's very nice. Я сказал, да, все очень хорошо. And then one day he came up to me. И однажды он подошел ко мне. I found out you're not going Харинама. И сказал, я узнал, что ты не ходишь на Харинама. So I found out that you're going on book distribution every day after you finish your cooking. Я узнал, что ты выходишь на Санкиртану каждый день после того, как заканчиваешь готовить. Now he's going to force me to go on Харинама. И я подумал, о нет, теперь он заставит меня ходить на Харинама. He said to me, no. Я ему сказал, нет. I want you to go out on book distribution full time again. Я хочу, чтобы ты снова full time выходил на распространение книг. He handed me the keys to the van. Он дал мне ключи от минивэна. Go distribute books. Езжай, распространяй книги. So, that was another test. Это было еще одно испытание, еще один тест. That was a big test. Это было большое испытание. Many more came afterwards too. И много других тестов также пришли после этого. Вишнуджана Свами used to tell another story. Вишнуджана Свами рассказывал еще одну историю. Я очень многому от него научился. And I'll stop. It's a very short story. Это очень короткая история. He told the story about the fighter. Он рассказал историю о борце. It was a boxer. О боксере. And he was about to have a big a boxing match. Ему предстоял большой матч, очень важный. So, in order to prepare for his boxing match, he worked out more than he ever worked out. И чтобы подготовиться к этому матчу, он тренировался как никогда раньше. He was a featherweight fighter. You know the featherweight. Он относился к самой легкой категории. Есть разные весовые категории: легкая, средняя и тяжелая. Он относился к легкой. So he said so he worked out more than he ever worked out before. И вот он тренировался как никогда раньше. And he was so confident that he was going to win the fight. И он был так уверен, что он выиграет в этом матче. But when it came time for the fight, he stepped in the ring. Но когда пришло время битвы, он ступил на ринг. And he found out that he was up against the middleweight. И увидел, что перед ним был противник средней весовой категории. He put so much weight on and so much muscle that he could no longer fight in the lightweight class. Потому что он так сильно натренировал свои мышцы, что уже не относился сам к легкой весовой категории и не мог сражаться с таким противником. He said, just like a devotee. И он сказал, что вот так же и преданный. So Maya will test according to our level advancement. Майя будет испытывать нас в соответствии с уровнем нашего развития. In the beginning we're featherweight. И вначале мы относимся к легковой весовой категории. As we start making advancement. Но и по мере нашего развития our opposition becomes a middleweight. Наши противники становятся средней весовой категории. And if we make more advancement, then our opposition becomes a heavyweight. И если мы еще и дальше будем развиваться, то наши противники станут тяжеловесами.
So Maya will test according to our advancement. Поэтому Майя будет испытывать нас в соответствии с уровнем нашего развития. Поэтому мы все проходим тесты, испытания. But we become stronger. И из-за этого мы становимся сильнее. More capable of passing. И все более и более способными преодолевать их. Субхатра до сих пор вас проверяет? Майя проверяет и сейчас вас? I didn't know what. Майя still test you. Tests? Сейчас. Конечно. Да? Да. Ну, уже легко, наверное, да? It's like easy. Легко, да? Easy. Кришна helps. Кришна помогает. Кришна помогает. Ну, вы уже видите, да, что это Майя, вот, правильно? Да. Вы говорите, стойте здесь. Я его видел. Иногда. Я и здесь, всегда, а ты здесь. Всегда. И пошел. Иногда я забуду. А забываете, да, что это Майя? А, Базель. Şimdi Maya'yı görüyorsunuz değil mi? Maya testlerin Maya'nın olduğunu görüyorum. Evet, bazen görüyorum diye buluyorsunuz. Ben unutuyorum. Maya, öyle şey mi? Hare Krishna.